Запись в регистратуре, многочасовые очереди в кабинет каждого врача, ежедневные походы в поликлинику – все это в прошлом. Для прохождения медицинского профосмотра перед поступлением в школу или детский сад потребуется только несколько часов и пара документов. Сначала нужно обратиться к своему участковому педиатру. Он запишет пациента на определенный день и время. Проводится диспансеризация в один день. То есть пациенты, приходя сюда, в детский КДЦ, поднимаются вот на четвертый этаж, и от администратора, который выдает им маршрутный лист, проходит за один день, а точнее даже за менее чем за два часа, необходимое количество специалистов. Слава – будущий первоклассник. Врачей мальчик не боится, на осмотр его провела мама. Сначала прием у ортопеда. Доктор проверяет осанку и стопы на предмет плоскостопия. Пишет заключение. Далее по списку отоларинголог. Раньше мы бегали по кабинетам, то есть, ну вот мы на детский садик ходили, когда медкомиссию, мы сами записывались к врачам. То есть это, если честно, не очень удобно, потому что записи не было. А сейчас сделали одним днем. Даниэль и Милана – брат и сестра. На комиссию пришли с родителями. На очереди у детей осмотр офтальмолога. Даниэль уже знает буквы, называет их издалека. Для Миланы вместо букв – картинки. Петух. Молодец. А вот это? Машина. Умница. А вот это? Звездочка. Очередей в поликлинике почти нет. Главное – не забыть документы. С собой нужно принести лишь полис ОМС и свидетельство о рождении. Прием специалистами ведется в течение всего дня. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».